И так получилось, что мне просто пришлось воспитывать старшего сына сына. Поэтому хотелось бы на вечерний класс, там уже почти была готова диссертация к диплому, и меня брали на работу без диплома, сейчас проблема экологии эволюции. Но вот ты учился, нельзя было далеко уезжать, поэтому предложить два варианта. Первый вариант – это быть инженером по пожарной безопасности в дом с поступлением на кафедру. Возможно, факультет все время тянуло к географическим словам движения материи. Вот. А второй вариант там ребята посоветовали пойти в институт исследования. Это институт, который создал Сукачев, он находится в Подмосковье, в Крупёвском шоссе. Не готовили. Но мы второй по Москве пользуемся федеральной земли. Вот это институт. Я собирался там перекантоваться в Москве, пока ребенок подрастет и может будет брать с собой. Но так не получилось, я там осел. После этого пытался учиться на ВМК, учился в аспирантуре, в лицарейке Лиссабонской, потом в аспирантуре по гидрологии суши. Защищал кандидатскую по гидрологии суши, потом учился в Штатах ГИС обработки космической съемки, потом допуск как его экологии, потом экологической науки и так далее. И географы считались в нашем институте самой-самой последней категории. Это не регион. Ну, первые, естественно, были лесоводы, лесники, вторые были геологи, швалеры. Географическая была. Но постепенно мы доказывали, по крайней мере, в последние 8 лет, мы не прислушиваемся. По крайней мере, почему? Вообще занимаюсь болотами, хотя весной. Это традиционный вопрос создания его на некачественном. Больше всего мне нравится, во-первых, работать с детьми, потому что был такой период, когда меня попросили, не было географа в нашем селе Успенском, и попросили, Комсомольской нагрузке, туда географию. И после этого я понял, то есть вылез несколько полезных выводов. Первое, что с детьми работать намного сложнее, чем преподавать с людьми. Это даже сравнивать нельзя. И, возможно, тогда я получил некоторый опыт общения с детьми, и потом получил информацию, потому что есть такой известный формат в разнообразии для детей медицины. Потому что если приходится объяснять на том, что проснулись, возможности связаны с успехи по продвижению болотных экосистем и на национальном уровне, и на мировом уровне. Ну, пожалуй, наверное, и все. И, исходя из моего такого не очень большого опыта, хотя в разных областях, потому что, я имею некоторые отношения к федеральному законодательству и целый ряд законодательных актов, которые пришлось писать, которые потом принимались. Вот. Мои статьи, как и так, это одни. Были написаны. Вот. Кроме этого, и в переговорном процессе отношения Российской Федерации, немножко, в общем-то, в науке, какие-то есть достижения. Но самое главное то, что вот, я считаю, что дети – это главное, поэтому с детьми нужно работать. Поэтому мы постоянно проводим совместные акции с детьми, посадки деревьев, потому что вкладывают именно в детей. Если говорить о собственном
меня трое сыновей, один географ, два филолога. Я не в разных сферах, но работаю по специальности. Вот. Внук маленький, поэтому он только смотрит карту, но как-то смотрит. Вот. А если быть серьезным, то мы должны поклониться нашим учителям. Нам очень-очень повезло. Вспомните, кто нам читал общие лекции на первом курсе. И какое они огромное значение имеют. Сейчас все идет в сторону компьютеризации и узконаправленности. А ошибки происходят. Я могу назвать 3-4 проекта только в прошлом году, на котором государство принимало больше 1,5 миллиардов из элементарных ошибок. То, что никогда в нашей стране ошибки не совершили. Просто проглядели. И еще один аспект. Огромная страна, и невозможно все учесть на федеральном уровне. И здесь география играет ключевую роль. Возможно, поэтому возрождение русского географического общества. Важно, что оно возродилось. Это очень важно для нас. Вот. Всегда начинается, может быть, не совсем так, как надо. А потом это все... Будем в это верить. И нам нужно в это верить. Вы член? Да. Шведский билет Гатвийского общества получал Папайя. Да, я его храню. Я плачу взнос Гатвийского общества. Это не меня, я надеюсь, член общества за это. Вообще, у вас другое было. Найти ошибки и устранить их. И в этом ваша миссия. Тем более такой огромной страны, в которой мы живем.